спевали же «Будь хвалены, гор на небе, будь хвалены, ту на земле». Когда мы посмотрели до первой книги Мойжешовой, в 29 капитоле, там пишет, что четвертый сын Израилев, чи Якобов, Савула Юда. А в другой книге Мойжешовой, в 24 капитоле, в 8 верши, говорит, что Господь им поведал, что народ уроби святыню, аби сам бивал просред своего народа. А потом, когда одидеме до 4 книги Мойжешовой, так видим почитание израильского народа, а там видим, что святыня святых была в просред народа, а около были израильские народы. А двери святыни святых были обратены к выходу, а Господь им поведал, что первый народ, который сами осидли пред двери святыни святых, пред двери того шиатра, будет Юда. А Юдово племя было около 75 тысяч, а они осидели пред двери, а каждый, кто хотел зайти до святыни святых, до того шиатру, мислил прийти с Юду. Чиже каждый, кто хотел прийти до хвали Господиновой, мислил, кто хотел прийти до притомности Господиновой, мислил прийти с хвалу. Так, а хотим приходить до притомности Господиновой, а хотим ославать того великого Господина, так мислим прийти прво через хвалу, мислим его хвалить, мислим свое сердце отварить, мислим дать, чтобы нас он менял. А вееме те жалм, часто раз вспомина, что радуемся, когда мне говорят, что идем до дому Господиного, потому что там там моя душа отдыхает, там моя душа приягне силу. После того, там есть место, где можем почувствовать то, что нигде нигде не можем почувствовать. А вееме, что церковь есть тело Христово, а когда посмотрим, там в 1 Коринфянам пишет, что Павел пишет, что мы не сме членами, а лишь сме удами Христовыми. А ставаса, что когда падаем, мы как люди, когда падаем, телесные, когда подпнем, так не памятаемся, что воля, кто ма руки в овачку, або ма подопреть воля дяли. Помагаем си с руками, чтобы тем наш пад не был великий. А когда спаднем, так с руками си помагаем, аби сме са задвигли. А так и ай с церковью. А как видим, что воля, кто падает, так поможем ему, аби сме его подвигли, або аби его пад не был великий. А то є так функує церковь, що помагаємо си один другому. А днес сам си зводив верши з Евангелію Святого Матуша, які су записані в 16 капітолі, а будем читати от 13 до 16 верша. Постанем в густи Божьему Слову, а слова говорят так. А когда пришел Ježiš до околя Цезаре Филипповой, опитал со своих учеников, а рекол, что говорят люди о мне, же кто сам я, сын человека? А они поведали, едни говорят, что си ты Иоанн Креститель, иные, что си Елияш, а засе иные, что си Еремияш, альбо некоторые из пророков. А поведал им, а что вы говорите, кто сам я? А Шимон Петер поведал, а рекол, ты си Христос, сын живого Бога. Дякую, можете сяднуть. Когда бы мы посмотрели до книги Малахияша, последняя книга в Старом Законе, так в 4 капитоле, чиже остатний, 4 и 5 верш говорит о том, что Христос через пророка Малахияша говорит, что не забудайте, в 4 верши, не забудайте на закон, который сам вам дал через Мойжеша, а пошлем вам пророка Елияша. А вееме, что то говорит о Ježišovi, потому что в Матушове 17 капитоле пишет, что на верху Ježišova тварь засвела, как солнце, а пришли Елияш, а пришел Мойжеш. А тут видим, что пришел закон, а пришли пророки. А Ježiš є наш закон, а Ježiš є наш пророк. А те книги Малахияша, которые закончили, так 400 лет Бог говорил люду, але люд не почувал. Люд пустил, аби воля, какие другие вещи законали. А между тем,
Прво пришли Пержания, зашли владнуть над израильским народом. После того пришли Греки, грецка философия са рознесла по целом израильском народе. А после греков пришли Римани и дали им свои цесты. А так поступне израильский народ отдыхал, их сердце отдыхало от Господина. Жили держали сами закона, но не чинили его так, как что им Бог приказал, же на их сердцах. А за тих 400 роков израильский народ дозодишов до са отделил от Господина со своим сердцем. А приходит Иисус до Цезаре Филиппове, резиденция Риманов, али навяз было греков. А приходит на место, где грецка философия владне, там где трошка менее почули за Иисуса, але не са ваштелку упознати. А пита са своих учеников, же что люди говорят тито в Цезаре? Что они говорят? Кто сам я? А люди зачем выправить? Одни говорят, что си Иоанн Креститель, другие говорят, что си Елияш, заседни, что си Еремияш, али можно с другим из пророков. А видим ту же Ежиш после того, когда видел, что они ведят, что иные люди говорят, пита се их, а что вы говорите? Кто сам я? Кто сам я при вас? То, что сте правили вы мне, то са мишления, а и погляды других людей. Але какой ваш погляд на меня? А видим, доставлям одну ответ, то есть достав ответ от одной особи, а то е от особи Петра. Петр сказал, ты си Христос, Сын живого Бога. А тето верши, которые я читал, так сам видел два различные погляды. Видел сам тихто остатних учеников, которые на первую вопрос дали ответ. А видел сам потом Петрова. Кесон си так размышлял, причем можно оля кто другий не врал, что можно Яков мог поведать, что ты си Христос, сын живого Бога. Або можно оля, кери другие из учеников могли то поведать. Але кем-то са вратили трохи на початок в пятой Матушовой, в шестом верши, Ježiš hovorí, ale blahoslavení, lačný a žiznivý po Božom slove, lebo oni budú nasytení. A potom, ako ide ďalej, už v 9. kapitole vidíme, že píše o jedna žena, mala problémy s krvotokom a vieme to, keď sa národ tisknul k Ježišovi. A Ježiš povedal, voľa kto sa ma dotknul. A Peter hovorí, že kto, ak, pani, ako sa pýtaš, že sa ťa voľa kto dotknul, keď vidíš, aký národ okolo nás sa tiska. Але жена была жила, жена жизнила потом, что хочет быть уздравлена. А ведела, что если доткне Ежишового руха, так же будет уздравлена. А потом дядя читаем, пишет, что были двое слепи, которые хотели приглядеть. Але они са не питали. Пишет, что ишли за Ежишом, они са не питали, чи можно са поткну воляли, чи са удру, чи премаша. Але они ведели, что прийду по Ежиша. А пришли, пишет, что пришли по Ежиша, а же пришли к нему и сказали, Пане, уздрав нас, а они, Ježiš сам им питал, чи верите, что вас уздравим, а они сказали, ано, Пане, верим, а и были уздравлены. А то е то сердце, что несло их к Христу, а то е то сердце, что их уздравило. А видим в тихто прибегах, видим, что тихто людей навяз, что тягло к Христу, е их сердце. Они са не питали, что им будет коштовать, они са не питали, кілько їх то буде стати, або чи можна і далеко Христос, чи стігну Христоса, але вони хотіли бути уздравлені, вони хотіли бути наповнені, вони хотіли, то, що хотіли, то й досягли, а тяглися до Христові. А віємо там, пише в жалмі, що ако єлен дихті по водах бістрих, так моя душа Господі тужи по тебе. А єлен, кеть його вгоре нападне його неприятель, так všetkú silu, všetkú snahu dá do toho, že by ušiel od nepriateľa. A beží, kým neujde. A potom, keď ujde nepriateľovi, potom myslí, možno za nejaký hodinu, ak sa nenapije vodu, tak on zomrie. Za to, že všetkú snahu uložil do toho, že by ušiel od nepriateľa. A to ma upomenulo na jedno, že keď vyjdeme, keď sa vyťahneme z nejakých problémov, kde naše srdce hľadá odpočinok? Či hľadá pri Božom slove, alebo ostaneme pri voľakých veciach, čo nás naplňajú, čo sa nám možno príjemne za dušu, alebo
после того všetkého, keď cítime, že nám načení sila, či sa obracáme k Hospodinovi, ako vidíme títo ľudia, či je naše srdce žíznivé po Hospodinovi, či naše srdce chce slovo Božie a prítomnosť Božiu. A potom ďalej, keď čítame, ústvari, keď pozrieme všetkých štyroch evaníliumách, tak Peter dal takúto odpoveď, za to, že Peter v 70% slučajach sa našol na veky pri Ježišovi. Keď videli Ježiša, že kráča po vode, Peter sa spýtal, Pane, ak si to ty, dovoľ, aby som aj ja vykročil. Potom už som spomínal, že tá žena, ktorá sa dotkla Ježišovho rúcha, tak Ježiš povedal, že Peter povedal, že Pane, ako sa pýtaš, že kto sa ťa dotknú, pozrie, aký národ je okolo nás, všetci sa ťa dotkínajú. Všade, keď pozrieme, tak veľká väčšina sa dá nájsť, že Peter spravil to, Peter prišiel, Peter povedal, Peter sa opýtal. Peter navieky bol pri nohách Ježiša Krista. Peter sa navieky tisknul ku Kristovi, lebo vedel, skade život pochádza. A to je to, čo aj my by sme mali robiť. Navieky sa tisknúť k Ježišovým nohám. A potom budeme mať svedectvo, že budeme môcť povedať, že je Ježiš našim pánom. A v knihe Lukášovej, Evanjeliu Lukáša, v 13. kapitole Ježiš povedal jeden dej, ktorý je zapísaný od 22. do 27. verša, hovorí, že a chodil po mestách a mestečkách učiac a bol na ceste Jeruzalema. A kto si mu povedal, Pane, či je málo tých, ktorí budú spasení? A on im povedal, snažte sa vojsť tesnou bránou, lebo mnohí, hovorím vám, budú hľadať vojsť, ale nebudú môcť. Lebo od tej chvíli, keď stane domáci pán a zamkne dvere, začnite vonku stať a klepať na dvere a hovoriť, Pane, Pane, otvor nám. A odpovediac povie vám, neznám vás, odkiaľ ste. Vtedy začnite hovoriť, jedávali sme pred tebou a pili a na našich uliciach si učil. A povie, hovorím vám, neznám vás, odkiaľ ste. Odstúpte odo mňa všetci činitelia neprávosti. Vidíme tu Ježiš, nedáva primer voľakých ľudí, ktorí nepoznali zákon, ktorí nepoznali Krista. Ale Ježiš tu hovorí o ľuďach, ktorí vedeli, čo je pravda, vedeli, kde majú hľadať, kde má ich srdce byť založené, ale nečinili tak. A tento ostatný verš hovorí, že hovorím vám, neznám vás, odkiaľ ste, odstúpte odo mňa činitelia nepravosti. Toto slovo nepravosti v gréckom preklade sa koristí ako anomia. Čiže a, nie, a nomos, zákon. Tak mohlo by sa aj previesť ako odstúpte odo mňa vy, ktorí ste nečinili zákon. Vy, ktorí ste sa nepridržiavali toho, čo som aj ja povedal. Ježiš, Boh dal Mojžišovi 10 Božích prikázaní a potom, keď sa, vieme, farizeji a zákonníci sa pýtali Ježiša, ktoré je hlavné prikázanie a Ježiš povedal, že milovať budeš Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou a po druhé budeš milovať svojho blížneho ako samého seba. On tie 10 kompresoval na 2. Ak budeš milovať Boha, nebudeš mať iných bohov. Nebudeš hľadať nikde nie svoj pokoj, ale budeš hľadať len pri nohách Ježiša, pri nohách Ježišových. A zase, ak miluješ svojho blížneho, neukradneš a nebudeš hovoriť falošného proroctva na ňo. Falošného svedectva, ďakujem, na ňo. A tuto vidíme, že Ježiš povedal ľudí, odídite odo mňa tým, ktorí vedeli, čo majú činiť, ktorí vedeli, a ktorí poznali zákon, ktorí vedeli, čo majú robiť, ale ho nečinili. A chcel by som sa vás dneska opýtať, ako my máme svedectvo s Kristom? Či by sme mohli povedať, ako čo Peter povedal, že Pane, ty si pánom môjho života, ty si ten, ktorý ma vedie, ty si ten, ku ktorému na veky prichádzam. Alebo len povieme, že chodím do zhromaždenia, dobre mi je, som požehnaný, ak sa ťa veľa kto spýta, chodím vám sredu, chodím vám nedeľu, sobotu. A dobre, no mohol by si prísť vidieť, alebo máme pre voľakoho, kto sa nás opýta, svoje osobné svedectvo a povedať a rozdeliť s tou osobou, že sme zažili niečo so živým Bohom, že živý Boh, ten, ktorý píše Biblii, ten, ktorý prišiel a ktorý zomrel za tento svet, či môžeme s tou osobou voľačo podeliť.
А я сам си размышлял так раз одну неделю, мы созоварали с родичами после службы о том, что было казано. А мама говорит, что мама поведала, что мам сестру, которая ма троха проблем с выядрованием, можно мужской особе би поведала она, а женской би поведала он, але мама говорит, что раз видела, как са модли. А Мирка са вола, а пита са Мирку, что Мирка то са модила, а он говорит, ну модила сам са. А говорит, а что си са модила? А модила сам са, нагма мои две младшие сестры почувают, модила сам са, так мы живи дома, так мы здрави, так нас Пан Ježiš охранює. А я сам си потом, мое сердце са зарадувало, зато же она, можно, не вие рядне виповедать, але вие в кому ма исти. Она не вие рядне поведать, можно, воля, аку вету, не можно стелко элоквентно, же вие так пехне поведала, аку воля, кери, можно, другий человек. Але вие детям, вие скадел живот похадзе, вие в кому ма исти, вие кому сама модлить, а вие кто е Бог. Так с тем-то сам вас хотел посомнить, же, кедь забуднеме, кедь, можно, не веме, где зме, так ведьме, же Ježiš Kristus нас шака, ако те марнотратный син, а ако чо Ježiš поведал о том марнотратному синови, же син одишил, премаргал вшетко, але и попри том шетском отец го чакал, попри том шетском отец каждое рано вихазал, а глядал, где его син. А ке пришел, а кеть пришел син, там не пише, же отец му поведал, добре, свой маток си премаргал, свое рухо си зафулял, ево, там ти е, еще остало, еще не умитво, але дал нове рухо. Дал новые ципели, дал прстям, аби шеци ведели, же он и его син. А так и с нами. Ак сме, можно, отишли от Господина, ак са, можно, стало воля, а наше сердце са затвердило. Придем пред Бога, отворим си свое сердце, он нас шака с отворенными руками. Памна Господина. Аминь.